Накануне на берегу Белого моря состоялся второй тур чемпионата Архангельской области по пляжному волейболу. На песке возле Ягринской набережной помериться силами вышли 16 мужских и 11 женских команд. Чемпионат области по пляжному волейболу проводится в три круга. В каждом из туров команды играют до двух поражений. Несмотря на прохладную погоду, на пяти волейбольных площадках кипела настоящая борьба. В женской сетке основная интрига развернулась между тремя командами. Участниц много, сильные пары, безусловно, есть, но опять же ветер, то есть тут сила не влияет, тут только ветер помогает всем играть. Вышли уже в полуфинал, то есть погода все равно играет против всех. Будем подстраиваться под ветер и посмотрим. Пока в полуфинале. Лучше всех приспособились к погодным условиям дуэт Юляшки, тезки Власова и Сафронова, переигравшие в финале команду строительная компания «Любовь Губкина» и Галина Чулкова. Третьими стали девушки дружины «Демикс» Любовь Дерягина и Вера Самухина. У мужчин на этих соревнованиях не смогла выступить пара лидеров пляжного волейбола, первый спортивный – Ракутин Боас. Также не оказалось напарника у одного из игроков «Оптимиста». Уровень сердвинский пляжного волейбола, он растет. С каждым годом становится, во-первых, пар больше, во-вторых, уровень игроков поднимается. В числе призеров постоянно есть команда из Северодвинска. А так все хорошо, погода. Погода что, наша северная погода. В итоге Евгений Аксенов и Иван Ракутин, объединившись в одну команду, завоевали золото второго этапа. Серебро у стройсервиса Дмитрий Журавлев и Андрей Дрюмин. И бронза за Евгением Барановым и Игорем Широким Нордис. Заключительный этап чемпионата области по пляжному волейболу по техническим причинам было решено перенести из Новодвинска в столицу Поморья. Финальные игры пройдут 20 июля в районе Вечного огня. Константин Мухин, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска.